Всем привет! Сегодня опять радость небольшая, хотя может и большая, не знаю. Я догадываюсь, что здесь, но пока вам не скажу, сами все увидите. Длинный путь прошла эта посылка. Китая через Россию. Она долго не хотела попадать к нам на территорию. Пыталась обойти окольными путями. Нам таки заставили ее попасть в Казахстан. Интересно, кто ее так упаковал? Запах китайский, наверное, китаец упаковал. Опа, вот этим иероглифом, наверное, каждый тоже почувствовал этот китайский запах. Или вонь, не знаю даже, как лучше сказать. Посылка весит 5,5 килограмм. Увесистая такая посылочка. Как она не хочет. Так, это мы выкидываем. Так, что у нас здесь? Ага. Как вы уже догадались, по вот этим вот эмблемкам. Ну, чё у нас здесь? Ничего себе, все как упаковано. Я такое уже видел, когда заказывал Panasonic форм-фактора 14500. Samsung 25R. По идее, здесь их должно быть 100 штук. Так. А чё, все вскрывать и смотреть, что ли? Вот эту хрень она здесь продают за приличные деньги. А тут китайцы просто так ложат. Так, по два. Проще так посчитать, сколько их здесь в глубину. Четыре, пять. Пять штук. Упаковал так упаковал. Так, 3 на 4, 12, на 5, 60 штук. Что-то я не понял, что он больше, что ли, их положил сюда. Должно было быть 100 штук.
Правильно же. Раз, два, три, четыре. Нет, четыре. Раз, два, три, четыре. А что я посчитал там? Пять. Уж обрадовался, думал, больше послал, ну блин. 4, значит. 13 на 4. 48. 49. И 50 получается. Правильно, 100 штук. Интересно изготовлены. С виду похоже на оригинал. Довольно-таки хорошо так сделано здесь. Защита. Прям даже видно там ее. Так. Сейчас надо будет испытать их. Вот такой вот зарядочка. Ее подключу, у нас будет распаковка. Что-то я уже традицию взял делать распаковку и сразу тесты. Ну, по крайней мере, замер емкости одним ампером мы сейчас сделаем. Здесь, по-моему, 1 ампер только может зарядка. Так, 3,74 вольта. 3,74 вольта. Так. Режим. Сначала можно вообще зарядить, конечно. Короче, сейчас я заряжу сначала. Прерву видео. А потом уже включу. Так, отсвечивает? Не отсвечивает. Все равно отсвечивает, блин. Так вот не отсвечивает. Сейчас они зарядятся. И потом я поставлю на разряд и засниму все это. Не переключайтесь. Так, аккумуляторы заряжены. Сейчас надо выбрать разряд. Так, ток 1 ампер. Все, пусть разряжает, я не буду затягивать видео. Это уже будут отдельные тесты потом. Большими токами буду уже разряжать и смотреть, как они держат такие токи. Эти аккумуляторы до 30 ампер нормально переваривают. Так, результаты тестов. Получается 2242 отдал левый, этот отдал 2209, 2251, 2275 миллиампер час. 2 часа 24 минуты в среднем заняло это. Ток разрядный 0. Ну, сейчас уже напряжение поднялось немножко. Так, он до 3 вольт разряжает. Ну, такие вот аккумуляторы.
Спасибо всем, кто смотрел. Дальше будут тесты большими токами, 5-10 ампер. Вот. Ну и дальнейшие разбирательства с продавцом, почему не отдает положенную емкость. Все, всем спасибо, всем удачи, всем пока, до новых видео.